Сегодня мы расскажем вам о медицинском переводе. В списке услуг, которые оказывает наше бюро переводов Dilingva, отдельное место занимает медицинский перевод. Медицинские справки, анамнезы, эпикризы, выписки из амбулаторных карточек, обменные карты беременных. Эти и многие другие медицинские документы часто требуют перевода на иностранный язык или с него. Этот вид перевода считается особенно сложным, так как изобилует большим количеством специализированной терминологии и не допускает ошибок и неточностей. Именно поэтому у нас предусмотрена 100% надбавка к стандартной стоимости перевода за сложность при выполнении медицинского перевода. Переводы медицинской тематики выполняют переводчики, специализирующиеся непосредственно в таком виде перевода. Часто возникает необходимость и в устном медицинском переводе. Иногда требуется позвонить за границу в медицинское учреждение для консультации с иностранным врачом. Или, например, переводить врача в больницу, куда попал иностранец и так далее. В данном случае применяются стандартные тарифы на устный перевод при минимальном заказе 2 часа. Если у вас остались какие-либо вопросы, свяжитесь с нашими специалистами, и они максимально подробно вас проконсультируют.